сначала помыть вот эти пластмассовые якобы окна-то. Стекло пластмассовое надо помыть. Да? Протереть. Оно у нас грязненькое. У меня маман помешанная на окнах. И моет их, и моет. Нравится ей. А я... Я не мою окна. Поэтому вот такая бумага грязная. Я окна редко когда мою. Поэтому надо один единственный раз протереть их. А что протирает он? Потому что мне как бы скучно на эту пластмассу глядеть. Я купила специально клеющую ленту для окон. Но они вот кто на первом там этаже живут, залепляют, чтобы их не видно было. Вот такую вот купила. С травкой зеленой. Кстати, надо открыть, посмотреть, хоть как она выглядит. И это, наверное, на одно окно-то. Что-то как-то... Не знаю, ну, короче, вот так вот. Сейчас я посмотрю. Оно вообще клеится окно, на окно-то это. Или нет. Или ее просто так надо. Ну, надо сначала наклеить, а потом уже вставить в эти рамки. И рамки, они усохли, выпадают. И я сбоку гвоздем прибью, чтобы они не выпадали. Да ну нахрен, если будем переезжать, то этот дом уже он весь под снос. В нем, по сути, жить невозможно в этом доме. Поэтому как-то так, да. Сейчас я вот посмотрю по размеру. Или что тут, как тут вставляется вот это все. Так, ну цветы понятно. Цветы, они идут снизу. Ага. Так. Вот так вот где-то это прилепляется. Вот отсюда. Вот так вот, думаю я, да? Да, вот так. А это идет уже на второе окно. Ну да. Сверху-то надо, нет? Да сверху-то не надо, пускай только так. Но мне интересно, это клеющая лента или просто так? Ой. Так. Что-то нет. Что-то вот так все и все. Ничего это не клеится. А вдруг у меня все выпадет? Как это на окно? Вы думаете, оно просто так пристанет? Но оно же не прилепится. А как же вы собираетесь к окну-то прилеплять? Нет, что-то мне непонятно совсем. Как к стеклу-то прилеплять, товарищи? Может, что тут есть? Какая инструкция? Так, помыть окно. Вроде приклеила. Содрала защитную пленку. Оказывается, тут надо водой мочить. Ну, сейчас посмотрим. Я не знаю, липучек тут нет никаких клея. Просто как на воду прилепляешь к окну. И вот так вот как бы смотрится. Видно? Сейчас ставлю в рамку и забью гвоздем, чтобы ничего не вылетало. Ну вот, молоток, гвозди. Уже становится жарко. Надо раздеваться. Так, Карлосон. Так, ну что?
Давайте попробуем вставить. Так, как тут вставляется? Надо одно растопырить. Оно вот тут вот вставляется. Во. Ой, господи, что это снаружи должно быть? Я сейчас наставляю. Так. Так. Я сейчас вам наставляю. Сейчас я наделаю делов. Так. Что, не видно, что ли? Ой, боже. О. Это куда? Это мим пошла уже. Мим. О, блянь, задирается моя приклейка-то. Может, ее растопырить лучше? Так, пошла. Иди, иди. Ой, куда это? Вниз уже улепетала. Что, она тут большая, что ли, для нее? Погодите. Вставляйся в пазл. А ты не отлипайся, Я тебя не для этого мучила, чтобы ты мне тут отлипалась. Так. Не туда вбила, отшибла уже. Палец один. Ну, главное, чтобы держалась, зима близко. Твою мать налево. Господи, жизнь моя жестянка. Живу я как поганка. Еще вот как бы вбить и не выскочить. Вот тут как я выскочила-то. Или может одним гвоздочком хватит? Так теперь с этой стороны. Ой-ой. Ой-ой-ой. Вот это вот. Так, а где она тут заходит-то? Ты глянь, уже синий палец уже. Видели? Синий. Уже где-то прищемило. Ну, тут забью посередине, Белина. Главное, чтоб вот это не отлетело. Мне отлетает, чуть по башке мне не так. Так, держать. Строй. Все. Сейчас опять буду вставлять. Ну что, мне пришлось нафиг это отлепить клеящую ленту, потому что она там в пазл нахрен не вставлялся. Отлепила я и вставила. Вот так, короче. Но все равно вот отсюда вот все вылетает. То ли дерево рассохлось, то ли стекло это изначально было маленькое, хер его знает. А сбила я всю тут гвоздями. Во. Тут вот. И внизу, чтобы вообще не растопыривалось ничего. Сейчас опять окно помою и опять клеющая лента. Ну, это клеющая лента, она так и будет отлипаться. Она же не клеющая. Побрызгайте водой, бля. И приклеивайте. Ага. Водой побрызгайте. И вы приклеиваете. Мы не знаем, как, может, и клеить не будем. Чё, птички? Тусуетесь у меня, тут семена поедаете. Ну, хоть так. Я потом это все. Вот это вот все. Вот это я тоже, кстати, клеила. Отдирала вот эти дырки. Вот видели когда-нибудь в японских фильмах дырки постоянно вот тут. Вот у меня все тут в дырках было. Это я все отлепила, отодрала, но она уже отлипается, это я уже давно делала. Бумагу режешь и приклеиваешь. Но я бумагу такую плотную резала.
от кошек. Ну, кошек у нас не было, но у нас были собаки. И потом я вот эти вот стены, они же, ну, бумага. Представляете, на улице минус 2. Вот тут вот все просвечивается, тут вот воздух идет. В доме 0. И вот через эти бумажки прет холод. Я что делаю? Я вот таким утеплителем закладываю все стены. Кто видел зимой у меня дом? И вешаю шторы вот так вот по округе. А тут вот я еще игрушки, я же специально вот так вот все уложила. Игрушки хоть не будут давать холоду идти. Как бы у меня тут стенка, супер стенка. Ну, короче, вот так. Сейчас доделаю вторую дверь. Помою окно. И все. Как холода придут, так будут закрывать шторками. И полиэтиленом теплым таким. Он у меня там лежит где-то. Вот, блин, вставила я в пазл. Тут забила со всех сторон. И теперь вот осталось вот эту рейку вставить. И она фиксирует окно. Так, что тут первое вставляется? Может, ты сюда пойдешь? Вот, тут плотнее подходит, да? Слюнки-то есть. Золотые. Вот они. Видели? Это слюнка. Она, наверное, с другой стороны. Вот так и находишь собачьи следы столетней давности. А сердце, знаешь, как щемит. Ой, сердце щемит. А что делать? Все мы сдохнем. Моя слюнка. Стирать тебя нет. Ну, сотру, чё ж теперь? Каждый раз на эту слюнку глядеть. На слюни будешь глядеть и сама будешь расстраиваться. Ой, а тут-то глянем. Собирали мы, думали, мы соберем. Нет, и все выбрасываем. И пацанам на поделки. Все. Все, сейчас тут тоже вытру. И все. До свидули. Так, дерево можно промокать? Ну, обеззаражим. И вытрем тут все. О, какая грязь. Грязнуха, нюха. Ну, как есть. Как есть, товарищи. Что ж я теперь... Вот эти вот пазлы повытирай. Мне... Вот. Ходи, вот вытирай их. Это вот как вот это вот сделали? Ну, понятно, красиво, Япония. Ну, блин, ходи их вытирай, пазлы. Вот. Они вытрутся, водой не намочишь. Так? Так, дерево. Пылесоса, а тут он возьмет его. Пылесос-то этот. Ой, ладно. У меня, конечно, получилось у меня с наклейкой. Она и не наклейка. Держится чисто на воде. Пузыри там огроменные. Ну, пускай вот пока так. А потом, как отваливаться начнет, я ее вообще сниму.